Чебоксары 18-20 веков в формате 3D. К концу этого года будет создана виртуальная модель застройки города в прошлых веках. Об этом рассказали сотрудники Национального музея на 12-х Петровских чтениях. Фильм – виртуальная экскурсия по городу. Путешествие императрицы Екатерины II по наиболее значимым местам Чебоксар в 1767 году. Обход города начинается с причала Волги, на который прибыла императрица. Будет восстановлено более 200 объектов культуры, и это не считая мелких построек. Среди них – Успенский собор. На создание фильма музей выиграл грант главы республики – 2 миллиона 800 тысяч рублей. Проект начали разрабатывать еще в 2009 году. Идейные вдохновители фильма – историк Игорь Кугураков и кандидат исторических наук Владимир Ткаченко. Историческая часть города, застройка города утрачена очень сильно в силу различных причин. Это политические причины 30-х годов, да, разрушено было огромное количество церквей. Это 60-е, 70-е, 80-е годы строительства ГЭС, из-за чего была затоплена историческая часть. И поэтому задача восстановления, она стоит очень актуально. Воссоздание исчезнувшего города впечатлило всю аудиторию Петровских чтений. Это ежегодное мероприятие. Традиционно проходит в начале октября в Чувашском национальном музее и названо в честь одного из основоположников музейного дела Михаила Петрова Тинихпи. Здесь собираются исследователи, историки, краеведы, обсуждаются музейные дела, известные личности и крупные исторические события. Сегодня у нас будут работать 4 секции. Уже традиционно соберутся этнографы, отдельно соберутся музееведы из районных и сельских музеев. Это будет секция музееведения. Будет секция педагогов. У нас заключено соглашение о совместной деятельности с Министерством образования Чувашской Республики. Педагоги придут только на секционные занятия, потому что сейчас они, естественно, ведут уроки в школах. И секция история и краеведение. Фильм в 3D о Чебоксарах 18-20 веков в Национальном музее можно будет посмотреть в конце декабря. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.